компания Archer Music Production, занимающаяся продюсированием Ольги Бузовой, подала заявку на регистрацию ее товарного знака. Знак представляет собой розовое сердце, одновременно напоминая нарисованную под наклоном английскую букву «Б», начальная буква, если писать Бузова. Руководитель команды Ольги Бузовой, Aram Archer, сообщил, что это ее логотип. Также компания зарегистрировала товарные знаки Бузова и Ольга Бузова. Все три товарных знака оформлены по нескольким классам международной классификации, что дает им широкую область применения. Это и 3D-очки, и DVD-плееры, и всевозможные канцтовары, и телевещание, и даже агентство по взысканию долгов. Напомним, что в начале апреля Бузова объявила, что запускает производство собственной криптовалюты. Она будет служить ядром платформы Бузар, пользователи которой смогут знакомиться и покупать товары и услуги.